Вакцинация остается самым надежным способом защитить себя от коронавируса. Все больше людей начинают делать прививки, чтобы чувствовать себя спокойнее, а также избежать серьезных последствий. Все подробности далее. Один из наиболее часто задаваемых вопросов во время пандемии – когда же все закончится? Она закончится тогда, когда сформируется коллективный иммунитет. Это может произойти в двух случаях. Либо человек переболеет коронавирусной инфекцией с неизвестным при этом прогнозом и исходом, либо пойдет по второму пути вакцинации. Вакцинация – это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. Чем за более короткий период времени мы вакцинируем максимальное количество населения, тем быстрее мы справимся с коронавирусной инфекции. Только активная вакцинация населения позволит снизить концентрацию вируса в популяции. Последствия после перенесения коронавирусной инфекции бывают самые различные. Коронавирусная инфекция прежде всего, как ни странно, поражает нервную систему, это и центральную нервную систему, и периферическую нервную систему, поражает систему свертывания, противосвертывания крови, тяжело переболевшие коронавирусной инфекцией жалуются на одышку. Вот. Но все практически ощущают слабость, которая не компенсируется каким-либо отдыхом. Все желающие могут пройти вакцинацию в университетской клинике Казанского университета по адресу улица Вишневского, 2А, предварительно записавшись через портал госуслуг или позвонив по телефону 2-33-30-00. Елизавета Никитина, Универ Ньюс. We'll be right back.